Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 2, секция Progress Check, проверка изученного, упражнение номер 2. Fill in the blanks with the suitable words. Заполните пробелы подходящими словами. Итак, India is situated in Asia. This large country is famous for its ancient culture and outstanding people. It is the birthplace of four world religions. Индия расположена в Азии. Это большая страна, известная своей древней культурой и выдающимися людьми. Это место рождения четырех мировых религий. Следующее. The capital of the country is New Delhi. Столица страны – Нью-Дели. Its population has grown to 1 million people. Его население выросло до 1 миллиона человек. There are 15 official languages in India and thousands of different dialects. В Индии 15 официальных языков и тысячи различных диалектов. People from different parts of the country often do not speak official language. Люди из различных частей страны часто не говорят на официальном языке. English is the only solution to this communication problem. Английский подчас единственное решение проблемы общения. Children learn English at primary and secondary school and then at the university. Дети изучают английский язык в начальной и средней школе, а затем в университете. Окей. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.